Гигантские пасхальные яйца с идиллическими пейзажами украсили площадь в хорватском городе Капривница. Это и праздничные атрибуты, дань уважения Хлебинской школе живописи, известной как наивное искусство. Пасхальные яйца расписали трое художников из села Хлебины. Вместе мы расписали более 120 пасхальных яиц, некоторые высотой почти в 2 метра и есть несколько поменьше высотой в 0,5 метра. На каждом яйце изображены несколько сценок. Художники работают вместе над каждым произведением искусства. Эти пасхальные яйца раскрашены яркими, почти кричащими красками, что ассоциируется с наивным искусством. На яйцах изображены разные сценки из жизни – сельские развлечения, охота, рыбалка, зимний пейзаж и многое другое. Пасхальные яйца из Хлебины также отправляют в Будапешт, Варшаву, Берлин, Вену и даже в Нью-Йорк. Выставляют их к празднику и во многих городах Хорватии. Хлебинская школа зародилась в 30-х годах прошлого века. Расцвета достигла в середине 50-х. В этом году католическая Пасха приходится на 31 марта, а православная – на 5 мая.